Здравствуйте, мы продолжаем расчистку. Я, как всегда, перестаралась, поехала домой. Хотела сделать немножко энергии, но сделала немножко больше, чем мне было надо. Ну, мне так кажется. Ну, подождите, сейчас начнем убирать. Надо что-то еще компаньон уж поставить. И вообще, сейчас вечер. Обычно на ночь надо наставить себе, как говорится, помощи. Десяток нормальный. Не знаю, что будет, то будет. Случайно открыла, а оттуда вот как посыпется. Стояла вроде как подарок. Подарок как подарок. Кто дарил, за что дарил, ну что-то за расчистку, видать. Не все открывала. Открываешь на видео в основном 100%. А такие, знаете, себе стоят, никому не мешают. Типа они не мешают мне, я не мешаю им. Ну вот в итоге достоялась. Так, тихо, подождите. Мне надо 150 оставить. 10. Раз, два, три, четыре, пять. И где-то еще 5. Ай! 2. 2. А, уже не надо это 150. Ну ладно, ну не рассмотрела. Так, ставлю компаньону тогда и продолжаю играться в откуси камушек. 4, 5. А я не знаю, что-то я не обратила внимания, что это 150 уже съели до меня, называется. Так, 93, 110. Это 17. Хочется таких вот, знаете, маленьких убрать, чтобы большие оставить. 4-5. Вот бывают такие случаи, что вот как-то вот кусил, не докусил, а потом не то, не сё. Это вообще не то, это тоже не то, это вообще не так. 24, стоп. Я где-то видела 110, и не будем морочить голову. Или не видела? Видела. Все. И просто начинаем играть, чистить и все такое. Вообще надо двигаться вот в этом направлении. Тогда я смогу компаньону поставить еще хороших камней. У нас сейчас смысл, цель, как говорится, не остров расчистить, а помощь поставить. Потому что, ну как, первый день обновы. Первый день обновы надо начать, как говорится. И не забываем, что обнова ж не простая. А двойная. Наш там еще ждет остров не один, когда мы к ним придем. Поэтому надо это быстренько чистить и отправляться дальше. Так, о, тут вообще как-то так по одному открывается. Так неинтересно. Это вот один убрал, один открыл, один убрал, один открыл. По заданиям у меня что сейчас? Сейчас покажу. Мы чего-то ищем, как обычно. А, мы собираем записки. Ой, а что-то мне кажется, что я такое что-то видела. Так, давайте это вот начнем. Потому что за этим, что здесь насорено, не собрано. Найти какую-то там записку, ну, просто, честно, нереально. А этот аппарат, он просто аппарат для красоты. Ну, наверное, таки да. 43. 93. Чтобы пройти вглубь, надо что-то убрать. Так. По 40. Прям такие. Не успеваю так яблоки быстро кушать. Хорошо, хоть я наделала, по-моему, чуть-чуть. 1010 у меня яблок. Как-то вот на этой обнове, что была. У меня получилось свободное время. И я немножко уделила, как говорится, внимание яблокам. Тут же бывает такое, знаете, до победы что-то стоишь на каком-то острове, открываешь, открываешь, открываешь. И в этот раз все удачненько, я все везде успела. Даже наделала себе плюс 120 тех. А потом под конец пооткрывала
превращала, получается, вот эти вот внешний вид. А там же фишка, когда внешний вид превращал, выпадали там еще подарочки, энергии. Так я еще 300 энергии под конец насобирала. И с этой 300 энергии ехала первый раз на этот остров. Удобненько было, скажу я вам. Очень, даже очень. Тряпочки нашла, вернее, бумажечки. Кстати, у нас сейчас начались эти прииски, да? А я не помню, вообще не помню, ставится там помощь или нет. Вроде как да. Я знаю, что на чем-то одном у нас помощь не ставилась. А на чем-то ставилась. Ну, вот. А на чем что? А кто его знает? Ну, в общем, пока не поеду, не узнаю, если честно. Ну, пока мы в приоритете то, что чистим. Нет, если там не ставится помощь, то в идеале этот не дочищать. Чуть-чуть оставить компаньону, ну, большого. А самостоятельно передвигаться туда. Допустим, там начинать чистить. Не знаю. Что там эти, то 45, то 50, они меня запутали. Я про елочки. 50. Так. А сколько я нашла, дяденька? Ой, сейчас дяденька скажет, что у него нет энергии. О, уже сказал. Так, дяденька. А, я только одну подняла. Ой, как все печально. Сейчас пойдем в другом направлении. Может, там камни крупные найдутся. Хотя, подождите. Я тут что-то кусала. А поубирать? Поубирать не обязательно. И вообще, привезла помощника. Помощник себе стоит отдельно. Капни крупные лежат отдельно, никто друг другу не мешает. Я пошла помогать компаньону. Тут еще эти камушки попадаются такие, они вроде как большие, да, но 75. Так что надо просматривать. Выйди, какой. А вось можно убрать и самостоятельно. Ой, опять максимум. Прикольно, тут дальше не пускают. Заборчик. Этот стол мне интересно. Хотела поставить что-нибудь интересное. Надо расчищать. Ну, камни, конечно, в этот раз они постарались. Никто не скажет, что мало, что жадные. Не-не-не-не-не, никто не жадничал. Вполне достаточно. Ну, между прочим, камни эти нам очень даже нужны. Мы ж потом сможем пекарни запускать полноценно. Благодаря большому количеству камней. Например, у меня островов уже нету, где бы я могла благополучно себе камней накопать. Только вот на вот этих временках все. Поэтому... Так, что это у нас? 100. Это у нас 15. Ну, такие тоже бывают, оказывается. Ой, я нашла еще одну. Так, ладно, это потом. О! Уголечечек маленький. Незаметный, на 150 ударов. Кому надо, заходите. Он тут не один. Тут, скажем так, всем хватит. Да, надо так вот вдоль стеночки пройтись. Много чего интересного можно найти, однако же. Так, 40, 60. Это сколько? 110, 100. 100. Да делали бы уже по 90, было бы так удобненько бы так. Хоп, и убрал, хоп, и убрал. То надо каждый раз почищать, зачищать, вычищать. Так, это деревцо у нас насекомое. 60. Неинтересное деревцо. Оно мне закрывает внешний вид. Я ничего за ним не вижу. Ха, оно не одинокое, это деревцо. Там что-то еще закрывает. Сейчас будем смотреть. Чтоб все было видно. Так, это у нас опять 60. Ой, нравится им в этот раз плюс 60. Передать не могу. Ну, давай уже, убирай. Дама. Ха, я что-то не то убрала, явно. И мое деревцо осталось на месте. Там оказалось несознательное. Бывает. Так, 40. Вот, 75.
так интересно со всех сторон. Надкусываю, а оно все в тумане, да в тумане. Ну ничего. Между прочим, всего лишь 34%. Ой, я, кстати, домик какой-то нашла. Сейчас мы посмотрим. Может, тоже рулетка какой-то ветхий. А нет, тут мы делаем 3 штуки, 5 штук. 2 штуки, 2 штуки, 3 штуки. Мало. Ладно, мы это потом все сделаем в таком количестве. Так, 60. Сейчас надо выставить нормально помощь компаньону. Я, кстати, не знаю, компаньон еще в игре или уже нет. Но помощь поставить надо. Так. Это у нас что? Это у нас 75. Пишите в комментариях, как вам обнова. Ну, в принципе, нормально, так ведь? Да, как-то вот, ну, густенько они все поставили, чистится не так быстро. Ну, подождите, процесс идет. Нам, когда слишком просто сделаешь, тоже потом некоторые возмущаются, что скучно, уже все почистили, вот и делают нам как можно сложнее. Чтобы надольше хватило нам расчистки, скажем так. Ну, за что боролись, то и получили. Так. Это 75. Это ха. 75, а 60. Да, это 40. Ну, ошибка зрения. 50. Да ладно. Найду. Нашла. Так, мне компаньон ничего больше не выбивал, не? Сейчас надо поставить помощь. Здесь 75 поставить, если повбивать. Что они мне тут будут? Ха! Закрывать все. Несознательно прям. Так вот. И процент постепенненько начнет расти от нашей расчисточки. Так, помогать еще рано. В принципе, уже можно. Я побежала.